Орел. 23 февраля. Финал 8. Заключительный день. УРФУ Сималэнд, ЧГУ Атланта. Год назад они боролись за третье место. В этом году они поборются за титул чемпионок элитного дивизиона АСБ. Ну что, поехали! Я считаю, что результат закономерный, потому что вся команда работала на протяжении сезона, не покладая рук, и мы малой ротацией отбегали весь сезон, я думаю, девочки-герои. Та философия, которую мы изначально пропагандировали, что Суперлига 2 даст нам опыт, тот, который нам поможет победить в АСБ, в принципе, так и получилось. Все равно второе место – это обидно, но я считаю, что для нас, так как это всего лишь второй сезон в АСБ, мы молодая команда, и у нас все впереди, не стоит сейчас расстраиваться. Все равно второе место – это тоже очень хороший результат, и будем идти дальше. Какие планы у вас на ближайшее время? Тренироваться, совершенствоваться, чтобы в следующем сезоне все-таки добиться первого места. На самом деле, я до сих пор вообще поверить не могу. Безумно приятно, столько эмоций вообще. И просто мы так долго к этому шли, столько работы проделано. И когда ты видишь, что это не зря, это просто такой шквал эмоций. В голове мысли просто все смешаны. И прям мы очень сильно рады. И рады, что наша работа не прошла даром. Это был финал 8 студенческой лиги РЖД среди девушек. Сетка срезана. Любите баскетбол, играйте в баскетбол. АСБ, будь в игре!